Добрый день, мои дорогие. Так, чем я сегодня уже с утра занималась? Я пришла быстренько, покроила вот такой льняной платье-халат. Длина от талии 85 сантиметров. Мы захотели сделать платье длинным. Почему оставили 85 сантиметров? Потому что при завязывании поясов, вот которые будут у нас, да, выходить на запах, платье само немножко еще подпрыгнет в длине, поднимется. И дали все-таки сантиметра 2-3 на последующую усадку при стирке. Так, что у нас здесь? Мы начнем. Во-первых, платье. Я буду оглашать размеры. Клиенты не против. Это платье идет 66 размер. Прибавку по груди дала 4,5 сантиметра. Так, что у нас здесь? У нас идет кокетка на полочке, вот как вы видите. Также идет кокетка по спинке. Я потом переверну манекен, покажу. Так, сама застежка на запах. Накладные карманы будут с клапаном. И рукавчик. Длина спущенного плеча у нас 12 сантиметров. Все, сборку собрала на машинную сборку. Сборка у нас рассчитывалась от размера выточки. Так, ну по полочке вроде бы все. А, нет, у нас здесь вот будет еще воротник идти с ней. Захотела она воротник. Я, конечно, ее как бы отговаривала, потому что все-таки лето и жарко. Она нет, говорит, хочу воротничок. Ну, хотите, ради бога, сделаем. Так что все, сейчас сделаю обзор на спинку. Вот наша спинка платья. На сборку прибавила 5 сантиметров, то есть 5 сантиметров у нас правая сторона, 5 сантиметров левая, то есть получается общий размер сборки 10 сантиметров по кокетке идет. Так, все, больше ничего. Платье идет без среднего шва, потому что у нас средний шов и расклешение по спинке, у нее перегибистая фигура. Все заложилось вот в эту прибавку на сборку. Так что все, начинаем шить. На следующей неделе платье готовое. Платье будет шиться без второй примерки. Сразу наготовье. Так что процесс буду показывать.